16 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой республики Феридуном Синерлиоглу. Глава государства поздравил Феридуна Синерлиоглу с назначением на пост министра иностранных дел Турецкой республики, пожелал ему успехов в деятельности. Подчеркнув важность того, что свой первый зарубежный визит Феридун Синерлиоглу совершил именно в Азербайджан, президент Ильхам Алиев сказал, что президенты наших стран по традиции совершают первые зарубежные визиты в братские страны и расценил это как хороший показатель наших отношений. Отметив, что в основе азербайджано-турецких двусторонних связей лежат братские чувства, глава государства с удовлетворением подчеркнул, что на этой основе построены прекрасные двусторонние отношения. Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах. Подчеркнув, что успешное сотрудничество Азербайджана и Турции во всех направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах, дает хорошие результаты. Глава государства отметил важность регулярных обсуждений, не касающихся дальнейшего расширения двусторонних связей. Напомню о том, что недавно говорил по телефону с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил двусторонние вопросы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан во всех вопросах всегда находится рядом с Турцией. Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Турецкой Республики Феридуна Синерлиоглу в нашу страну также создаст хорошую возможность для обсуждения двусторонних и региональных вопросов. Феридун Синерлиоглу отметил, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что совершает визит в Азербайджан в качестве министра иностранных дел Турецкой Республики. Он передал главе государства приветствие президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Турции Ахмета Даутоглу. Феридун Синерлиоглу, в свою очередь, подчеркнул, что главы государств и правительств, руководители структур различного уровня как Азербайджана, так и Турции, совершают первые визиты именно в братские страны, что является прекрасной традицией, которую необходимо продолжать. Отметив, что Азербайджан является для Турции братской и партнерской страной, гость сказал, что он лично был свидетелем происходящих в нашей стране процессов динамичного развития, начиная с первых лет независимости государства, во времена общенационального лидера нашего народа, гениального руководителя Гейдара Алиева и в период руководства президента Ильхама Алиева. С удовлетворением подчеркнув, что увиденное в ходе нынешнего визита также произвело на него глубокое впечатление, он отметил, что в течение последних 23 лет Азербайджан развивается превосходными темпами. Феридун Синерлиоглу еще раз довел до внимания, что Турция пригласила Азербайджана предстоящий в Анталии саммит G20. Глава государства выразил признательность за приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ахмета Давутоглу и просил передать его приветствие президенту и премьер-министру Турции.